Доброго времени суток! Это дополнительный видеообзор по пилотированию и нюансам пилотирования в игре Elite. Перед ознакомлением с видео обратитесь ко вкладке «Обучение» и «Обучающие видео». Данные видеообзоры подготовлены специально разработчиками и информативно показывают вам необходимые первичные элементы для управления кораблем и взаимодействия корабля с космосом. Вместо введения озвучим три основных правила перед просмотром видеоролика. Правило первое. Спешить некуда. Правило второе. Вам спешить некуда. И правило третье. В игре Elite спешить некуда. К слову о управлении. Кто-то играет на клавиатуре, кто-то играет на геймпаде, кто-то играет на стандартном джойстике. Поэтому кнопки управления и их настройки вы сориентируете непосредственно под свой лад и свое понимание управления кораблем. Автор видео постарается не дублировать информацию, которую преподносят разработчики в обучающем видео. Поэтому приступим. Корабль у нас всегда разворачивает к шлюзу, или мы оказываемся на поверхности без захода на обслуживание во внутренние доки. Главным поступательным движением в любом случае мы с вами приподнимаем корабль и видим стандартную индикацию красного и зеленого цвета. Шасси сразу не убираем, отдаем небольшое ускорение на 4-5 делений. Затем убираем шасси. Направляем корабль ближе к зеленому индикатору. Столкновение в самом шлюзе невозможно. Ускоряемся полностью. При выходе из рекламных щитов даем форсаж. Корректируем или прокладываем курс. Как видим, если масса превышает необходимый уровень прыжка, мы ей манипулируем вкладкой «Выгодные маршруты» с далее переходящими быстрыми маршрутами. Ориентируемся на индикатор слева выше радара. Наша точка должна быть заполнена. Если точка не заполнена, значит цель и курс находятся позади вас или сбоку. Выходим на заданный курс. Видим индикацию следующего прыжка. Корабль должен быть ускорен. Смотрим уровень безопасности системы и какая звезда нас ждет при выходе. На данный момент это красный карлик. Сейчас мы выскочим где-то в четверти звезды. При подходе к следующей системе в центре будет постепенно насыщаться приближаемая звезда. Вот мы выходим в четверти звезды, не ищем следующий курс, корректируем при топливозаборнике, ставим под капот нашу звезду и при необходимости выполняем сканирование
до заправки. Обратите ваше внимание, звезды, их типы, одним словом, классы бывают разные. Это могут быть спектральные звезды с большими орбитами, это могут быть бело-синие звезды, это могут быть ярко-желтые звезды. Вы можете улететь в систему, где 3-2 звезды, но вы никогда не попадете в центр между ними. Вы всегда будете выходить из прыжка в четверть звезды. Итак, давайте еще раз. Низкий уровень безопасности, желто-оранжевый, класс К. Вы всегда можете отменить прыжок повторным нажатием. Обязательно манипулируйте. Как маневровыми двигателями, так и обычным вращением и тангажом корабля. Никогда не опирайтесь на однобокое управление. Видим, вышли практически в центре, поставили орбиту звезды под капот, топливо забор убирается, сканирование идет. Эту систему на нашем пути мы прошли. Выход на курс станции и, соответственно, посадка. Как мы видим, впереди нас существует линия, которая подчеркивает орбиту определенных тел в пространстве. На данный момент у нас выделена добывающая станция. Станций в игре не так много. Они же различаются горизонтальной посадкой, соответственно, вертикальным взлетом или проходом через шлюз. В теории, чтобы выйти на посадочную платформу, нам необходимо выровнять наши орбиты вместе со станцией и, манипулируя тягой, практически впритык замедлиться рядом со шлюзом. Но поскольку теоретически это очень утомительно, разработчики слегка обрезали процесс стыковки и, соответственно, выхода на курс. Обратите ваше внимание на выделенную цель. И слева индикаторы, дистанция и скорость. В идеале они должны быть и убывать к белым полоскам. Скорость всегда у нас практически идеально выравнивается, но при проходе двух белых полосочек индикации дистанция, вы должны выйти из гиперпрыжка и, соответственно, из световой скорости. Подход на цель можно осуществлять торможением около орбитной дистанции планет. Можем полностью сбрасывать скорость. Возможны перехваты пиратами. Они это дело очень любят. Но достаточно небольшой дуги, если скорость слишком большая. Давайте специально немного пройдем дальше. И, соответственно, манипулируя всеми двигателями, можем разворачиваться к нашей цели. Итак, видим два индикатора. Дистанция сближения нарастает и скорость падает. Можем немного увеличить. Нервы здесь совершенно ни при чем. Скорость всегда падает быстрее и, соответственно, нарастает быстрее дистанции.
Поэтому ваша основная визуальная составляющая – это ползунок, который, соответственно, показывает вам дистанцию до цели. И, соответственно, периферическим зрением нащупываем саму индикацию цели в полукруге. Видим планету. Видим очертания орбиты. Чтобы не повредить корабль, мы отойдем от нее. И немного ускоряем корабль опять, сокращая дистанцию. Мы видим автоматическое замедление. Можем все равно добавить скорость. Как видим, до оптимальной дистанции осталось совсем чуть-чуть. И выходим посредством резкого разбавления скорости непосредственно к станции. Давайте продемонстрируем посадку, подход к планете. Выходим на небольшую спираль. Выполняем сканирование, если планета не исследована. Для этого рекомендуется сбавить немного скорость, чтобы не проскочить мимо планеты или не повернуться к ней бортом или кормой. Планета просканирована. Добавляем ускорение. И выходим к орбите планеты. Посадка как на темную, так и на светлую сторону большого значения не имеет, поскольку космопорт всегда подсвечен, а разность возвышений поверхности всегда видна на радаре. Конечно, игроку приятнее визуально наблюдать поверхность, которая подсвечена, но, повторюсь, особого значения это не имеет. Скорость желательно должна быть минимальна, поскольку резкий вход на орбиту планеты приведет к резкому сбросу скорости и небольшому повреждению корабля. Видим индикацию орбиты. Заходим пока без индикации конкретной цели. На примере космопорта или базы появилась справа ползунок вертикальный, который показывает вам расстояние до поверхности. Также видим градусов курс сверху, градус крена. Плавненько опускаем и плавненько поднимаем. В диапазоне 10 градусов. До поверхности 90 километров. Переходим к сходу с орбиты. Вот мы перешли в планирование.
изначально рекомендуется выполнять также поступательными движениями в пределах 10 градусов, ожидать полного схода, но при уже конкретных навыках, если вы опускаетесь на цель ниже, то делай это по нижней спирали. Завершаем планирование. Все. Корабль перешел в обычный режим скорости, как и около станции при гравизахвате. На планетах мы можем максимально врубать энергию для двигателя, увеличив ее соответственными кнопками, если вы перелетели или не долетели до цели. Также обратите ваше внимание, что при наборе вашего навыка и спуске планировании после схода с орбиты по нижней спирали у вас могут возникать перегрузки. Они выражаются затемнением экрана и 3-4-секундным отказом управления. Поэтому настоятельно рекомендуется выполнять тренировки на дешевом корабле и без груза. Спуск на поверхность осуществляется желательно при нулевой тяге. Также желательно выпустить шасси сразу и поступательными движениями опускать машину, ориентируясь на индикатор. Ближе к поверхности помощник в индикации будет показывать вам, если вы допустили ошибку в крене или немного перевернули корабль. Первый индикатор нам показывает, что до поверхности 900 метров. Видим поверхность. Если вы слишком разогнались, то притяжение будет вас прижимать больше к поверхности. Выравниваем корабль. Как видим, манипуляции маневровыми двигателями всегда вас будут немного косить. Видим, корабль успешно посажен. Взлет с поверхности планет и со станции максимально прост. Это 900 метров вверх, угол 90 градусов, полный газ, форсаж и гиперкрейсерский режим с переходом на прыжок. Также прыжок без затенения цели совершается с поверхности довольно спокойно, даже с расстояния 1-2 километра. Посадка на станцию особо нюансов не несет и интереса не представляет, поскольку существует самый обычный стыковочный компьютер. Действие автоматики всегда можно проанализировать и повторить. На этом, пожалуй, все. Всего доброго. До свидания.